Летние каникулы у детей проходят по-разному. Кто-то гуляет дни напролет с друзьями, кто-то листает классическую литературу, а заданную учителем, у кого-то вечная дилемма – поесть или поспать. А кто-то хватает рюкзак, заботливо собранный мамой, и запрыгивает в автобус до летнего лагеря. «Жемчужина Кавказа» – один из самых популярных оздоровительных детских лагерей, куда стекаются ребята со всех уголков Карачаева-Черкесии. Туда и отправилась Фатима Даурова, чтобы хоть на миг окунуться в атмосферу детства. «Жемчужина Кавказа» встретила нас детским задорным смехом. Только приехав в лагерь вдали от дома на пару недель, по-настоящему погружаешься в атмосферу лета и беззаботности. Возможность временной свободы от опеки родителей позволяет изучать мир по-другому, развивать навыки общения, находить новых друзей часто на долгие годы, работать в команде и совершенствовать творческий подход к делу. Детки, которые к нам приезжают, они тоже, они, знаете, изначально идут со своими увлечениями из дома. И мы изначально, когда собираем отряд, мы пытаемся собрать их, чтобы дети были с одинаковыми увлечениями в одном отряде. У нас получается какой-то отряд прям танцующий, какой-то поющий, да. И когда дети с одинаковыми интересами собраны, они получаются более сплоченными. За лето в лагере успевают оздоровиться и набрать приятных впечатлений более 1000 девчонок и мальчишек. Мы застали четвертую смену, в котором 230 ребят 2 недели живут по особому режиму и распорядку. День расписан по минутам. Телефоны здесь не в почете, а вот игры на свежем воздухе всегда приветствуются. У каждого отряда свое название, собственный девиз и цветовая идентичность. Яркие галстуки позволяют определить, кто откуда. Ребята из отряда «Орден Феникса» не первый раз приезжают в этот лагерь за запасом ярких впечатлений. Братья Али и Денислам Тахчуковы – завсегдатаи «Жемчужины Кавказа». В этом году они приехали сюда со своими друзьями. Воздух, атмосфера, горы. Мне есть, нравится тут. Я все время хочу приехать только сюда. Я лето жду по большей части из-за лагеря. Дышится легче, и тут добрые вожатые, вкусно кормят. И очень весело, разные походы. Всегда ходим, разговариваем, и очень весело. И даже не замечаешь, как ты, сколько прошел. Я в этом лагере впервые, но приехал сюда из-за просьбы своих друзей. Мне здесь очень нравится. Я люблю дышать этим кислородом. Я люблю заводить новое общение, много новых друзей. Я люблю, когда имею много знакомых, а здесь еще больше приятных людей, с кем можно познакомиться. Как по мне, «Жемчужина Кавказа» – самый лучший лагерь, потому что я был в разных лагерях, и больше всего мне нравится этот лагерь. Помимо того, как я завожу здесь друзей, здесь бывает очень много разных конкурсов, где мы веселимся с друзьями. Здесь много походов, где мы узнаем много другого. Для любителей тихого досуга есть специальные занятия – рисование. Под руководством опытного наставника ребята создают собственные шедевры изобразительного искусства, которые потом они забирают с собой на память о летнем отдыхе в горах. Танцы каждый вечер, походы, обливания, страшные истории по вечерам у костра, новые друзья и первая любовь. Несколько недель в лагере запоминаются навсегда. Фатима Даурова, Анастасия Лой, «Вести», Карачаево-Черкесия.